Одно из древнейших мест в Москве. Первое упоминание о нем появилось еще в 1336 году при Иване Калите. И действительно, русским духом здесь пропитан буквально каждый сантиметр. Именно поэтому организаторы первого межрегионального славянского фестиваля «Русское поле» выбрали именно это место. Там русский дух, там Русью пахнет. Именно так словами Александра Сергеевича Пушкина можно передать атмосферу фестиваля славянского искусства «Русское поле», который проходил в Москве 7 июля. Национальные костюмы, традиционные блюда, народные промыслы, фольклорные песни, старинные обряды, забавы и гуляния. Все это разнообразие российской культуры ярким цветом было представлено на огромной территории Коломенского парка, где уютно, почти по-семейному разместились делегации из разных регионов страны, в том числе из нашей Волгоградской области. Идешь по русскому полю, и кажется, что история оживает буквально на глазах. Копья, луки, стрелы, шлемы. А вот и наглядный пример сражения на мечах. В том, что на Руси многие воины были действительно богатырями, мог убедиться на фестивале каждый. Здесь гостям предлагали примерить старинное воинское облачение. А оно, надо сказать, не каждому было по плечу. Так, к примеру, кольчуга, шлем, меч и щит весят около 50 килограммов. Скажите, вот вы одели сейчас такой вот костюм довольно-таки тяжелый. Да, тяжелый. Ну, прикольно так. Честно, обалденно. Я давно хотела померить такие вещи, потому что мне нравится, в принципе, вот богатыри, вообще русская как бы, вот, культура славянская, поэтому очень хотелось. Но, правда, это бесподобно тяжело. По крайней мере, голове. Я в шоке, потому что такое, это я, в принципе, я налегке. Там же еще одевается и вниз что-то, и меч, ну, как бы, не немножко потяжелее, насколько я знаю. Поэтому это, наверное, очень тяжело. Зато какие битвы красивые были. Кстати, гости фестиваля могли не только со старинным оружием поупражняться, но и обучиться мирному ремеслу, познать азы народного промысла. Мастер-класс по гаютинской и грязевецкой росписи от вологодских мастеров. Мы тоже не удержались и попробовали себя в качестве художников. Насколько у меня есть сегодня шанс научиться этой росписи? А мы сейчас посмотрим. Сейчас начнем и увидим. Берете тоненькую кисточку, держите. На ней золотая красочка, и нам нужно провести линии. Сначала горизонтально. Примерно, смотрите, видите вот этот кружочек? И примерно посерединке горизонтальную линию проводим. Это на первый взгляд кажется, что научиться гаютинской росписи очень просто. На самом деле, даже для того, чтобы сделать вот такой вот маленький мазочек, требуется очень много усилий. А чтобы разрисовать вот такую вот тарелку, потребуется и вовсе года два. Также привлекли наше внимание и свистки от мордовских умельцев. Казалось бы, свистки и свистки. А нет. В старину их делали из ствола березы, и они в буквальном смысле были источником живительной влаги. Весной в этих веточках содержалось огромное количество сока. Мудрость заключалась в том, что вот этот праздник, вот летний праздник, более старшее поколение, дедушки передавали и учили детей. Они дети сами осваивали, как это делается, и на глазах прямо вот этот свисток получался. И это как бы традиционность передавалась из поколения в поколение, и до настоящих дней вот сохранилась. Символ такой, допустим, для того, чтобы отгонять злых духов, вот в этом плане можно говорить. Ну и легенды какие-то детям говорить от того, чтобы когда есть с собой свисток, то уже тебе не страшно, допустим, подвигаться.
вечер идешь, ты свистишь, уже отгоняешь злых духов и спокойно доберешься до дома. Надо отметить, что и наши волгоградские умельцы тоже оказались не лыком шиты. Они тоже смогли удивить местную публику своим мастерством. Знакомьтесь, Олег Кожин из Волжского. Он, пожалуй, единственный в мире, кто занимается выделкой камыша. На разработку собственной технологии у автора ушло более 30 лет. И кроме него освоить это мастерство пока не может никто. Я пытался обучить некоторых людей, довольно способных. Они ушли с полдороги. Я не знаю, что со мной такое делается. Я несколько раз бросал это занятие, потому что очень тяжело. Даже самую небольшую вещь для меня делать очень тяжело. Церкви, избушки, ключницы – все из камыша. Сами идеи рождаются в голове одна за другой, рассказывает Олег. Но воплотить их в жизнь очень сложно. Камыш – растение с характером. И на то, чтобы, к примеру, сделать эту карету, у мастера ушло 2,5 месяца. Очень сложно было сделать эту вещь. По-моему, самая сложная, ту, которую я делал за все время. Во всяком случае, зато радует результаты труда. Радует то, что людям это нравится. И дает, как говорится, их взгляды такие вот восхищенные. Они дают стимул продолжать свою работу. Кстати, популярностью на фестивале пользовались не только авторские работы волгоградских умельцев, но и продукция предприятий народного промысла из разных районов нашей области. Кто не знает знаменитых платков и варежек из урюпинского пуха? Здесь этот товар расходился на ура. Как, впрочем, и царицынские игрушки из дерева. Экологичные, обучающие, полезные для развития детей. Прекрасная альтернатива китайским аналогам. А вот и кухонная утварь, расписанная арчединскими узорами. К стендам фроловчан было просто не пробиться. То, что фестиваль проводится, это очень здорово. Не просто здорово, а очень здорово. Во-первых, есть возможность регионам показать свою культуру, продемонстрировать, потому что здесь шел конкурсный отбор предварительный, и отобраны лучшие коллективы. Я счастлива, что приехал наш коллектив «Краснотал» и ансамбль Григория Пономаренко, и привезли царицынскую игрушку и узор, и арчединские узоры. И мне хочется надеяться, что это первый, но он станет в будущем традиционным ежегодным фестиваль, потому что он необходим. В Москве проводится и Навруз, и Сабантуй, а вот такой праздник славянского искусства проводится впервые. Надо отметить, что делегация от Волгоградской области на фестивале была одной из самых многочисленных. Она прибыла в столицу по инициативе и при поддержке регионального правительства и удивила москвичей своей разносторонностью. Все стараются, все нормально, но мне и волгоградская земля сейчас очень понравилась. Сейчас многие от стенда отошли, потому что концерт смотрят, а так здесь было полно народу. И вот это мероприятие, которое сегодня проводится, оно под знаком как раз этих мероприятий проводится. Славянское искусство, Россия. Это очень важно, и поэтому Волгоград широко и торжественно это все отмечает и довольно достойно представил сегодня на этом мероприятии силы Волгоградской области, культуру Волгоградской области. Слава Волгограду! Достойно представили нашу культуру и фольклорные коллективы. Волгоградский казачий ансамбль «Краснотал». Под звуки гармонии и веселые песни зрители вслед за артистами пускались в пляс. Выступление на траве – дело одно, а вот на сцене – другое. Здесь нужно показать весь свой профессионализм. Ведь с кем приходилось выступать в одной программе? Со всемирно известным хором имени Пятницкого и покорившими Евровидение «Бурановскими бабушками». Ну а кульминацией праздника стало совместное исполнение песен зрителями и артистами. Они собрали самый большой в Европе русский хор. И этот факт зафиксировали представители Книги рекордов Гиннесса.
Первый межрегиональный фестиваль славянского искусства завершился. И он запомнился гостям и участникам тем, что показал все богатство, разнообразие и уникальность национальной культуры. Показал самобытность умельцев из российской глубинки. Показал, что русский дух – это тот стержень, что и по сей день связывает разные поколения россиян. Разъезжаясь по домам, многие желали сюда вернуться через год, чтобы вновь подивиться красотам русского поля.